Всем привет, дорогие зрители, с вами Айси Гёст. И сегодня мы поиграем в такой хоррор, который мне посоветовал... Это еще один очередной хоррор, кстати, который мне посоветовал отличный мой друг Толян, за что ему еще одно спасибо. Потому что монстр мне очень даже сильно понравился. Ну, собственно, второй выпуск будет на канале, поэтому посмотрите. Что ж, а у нас на очереди такой хоррор, как Крайвен Мано. Или Крайвен Мано. Больше я почему-то больше склоняюсь, как Крайвен Мано. Так что как-то так. Ну ладненько, давайте не будем томить сильно. И начнем наше путешествие по данной игре. Что ж, ну в данном хорроре. В принципе, как я уже понял, мы будем изучать какой-то особняк. И в этом особняке, естественно, будут происходить какие-то странные вещи. Ну, вот, собственно, уже. Вот такие вот недружелюбные звуки. Что это? Токен. И чё, как взять? Опа-на, вы чё? Ха. И что я могу делать с этой книгой? Да зашибись просто. Тихо, вы чё? Гроза. Мне нравится гроза, если честно. Прыгать я тут не могу, да? Или это с книжкой не могу? А ну-ка. Нет, прыгать мы тут не можем, ребят. Ну, давайте положим книжку обратно, не будем такими уж... как бы так сказать. Зато бегать можем. Опа-на, даже фонарик есть. Вы еще прикалываетесь. Так, ну то, что бегать... Тут можно, это меня уже не очень... Тихо. Это меня не очень радует. Так, сейчас, друзья. Минуточку. Тут звук, интересно, вообще как убавляется, нет? Ну вот, вроде чуть-чуть есть. Так. Что это у нас? В общем... Кто-то тут любит книги, очень сильно любит книги, потому что книг здесь много. Да ладно, хватит. Да тихо. Тихо, вы чё? О, статуйка. Кто-то ее очень странно поставил, так как она должна смотреть как бы туда. На дверь. Тихо, да ты чё? Угораешь, что ли, а? Подождите, она что, только что стояла, вот сюда смотрела. Неужели эта игра... Я даже не знаю, что сказать. Нравится или не нравится. Нравится то, что уже есть атмосфера, не нравится то, что... Эта статуя... Она уже ко мне неровно дышит. Да. Что еще могу сказать? Да ладно, ты чё? Угораешь, что ли, а? Хватит меня... Ты хватит за мной наблюдать, а? Ты, блин, кусок железяки. Или из чего ты там сделан? Ну, скорее всего, из железа, да? Не дерево ж. Хотя, кто тебя знает? Не наблюдай за мной даже. Ну вот уже, блин. Да заперто уже, короче. Оп. Опа-на, тут тоже дверь. Ну, конечно. Ну, конечно. Нас никуда не будут пускать, блин. Так, а что делать надо? Я там, кстати, видел одну фишку. Вроде как. Ага, вот здесь.
Это для... Ты меня так постоянно будешь перебивать, да? Какая-то люстра стрёмная. Зачем они вешали такие большие люстры на потолок? Если она обвалится, будет несчастный случай. Так, давайте на статую не обращать внимания. Она опять смотрит в нашу сторону, хотя смотрела правее. Мне это не нравится. Так. В общем, я предлагаю не особо вникать в чтение. Тихо, тихо, я только зашел в дверь, вы чё? В общем, все с вами понятно. Зашибись. Что упало? Был похож звук на упавший, я не знаю даже. Как будто книга упала. Ну а чему тут еще падать? Вокруг одни книги. Тут что ли, библиотекарь какой-то шизанутый живет. Или жил. Что это? Камин, да. Ну понятно, описывается. Зачем? Зачем камин тут там подобное? В комнате слишком холодно, поэтому нужен камин. А никак иначе? Потому что... Ну, конечно, в комнате очень холодно. И тут везде паутина. Да, ну ладно, вы чего травите? Если бы в комнате было слишком холодно, тут бы и пауков не было. Можно подумать... Тихо, тихо. Ха-ха-ха. Да ладно вам, вы чего угораете? Так о чем это я, да? По поводу камина. Книги везде выстроили. Че, книги на меня нападать будут, да? Да ладно, блин. Это же даже в самом страшном сне, тихо. Вы че? В самом страшном сне не приснится такое, блин, борьба с книгами. Я книги не люблю. Ух ты, блин, ты мудак, блин. Встань, 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 хватит. Хватит, прекращай. Прекращай себе так вести. Да ладно. Хватит. Такие резкие движения. Click and drag to move. To move room. Rotate room while dragging. Dragging. Так. Ну. Что здесь я могу сказать? Ну, левой кнопкой можно, понятно, взять. А правой вращать. Ага, вот так вот. Ну, в английском я кое-что-то понимаю. Так что, и что? Она все равно становится. Хоть я ее вращаю. А, хотя погодите-ка. Опачки. Прикинь. Серьезно? Тихо, тихо, тихо. Вы чё, гоните? Да ладно, ну хватит, а? А кто статую упер, а? Зачем уперли статую? А кому она мешала? Вы понимаете, почему я склоняюсь к кто упер статую? Эта кровь тут была? Я особо не рассмотрел. Остатки статуи. Пиздец. Приплыли. Охренеть. Я даже боюсь представить, что здесь было. Статуя упала, скатилась по лестнице. Пока она катилась по лестнице, блин, ее что-то размазюкало, блин. Ну, а другой... Ничего другого я не знаю. Или... Что? Да уж бредовее ее другая статуя замочила. Хотя нет, что прикол, блин. У статуи не может быть крови. В общем, какой с меня детектив, блин. Ладно, окей.
А-ха-ха-ха, не-не-не-не. Я пойду книги почитаю лучше, серьезно. И хочу. А я вполне серьезно. Я не знаю, почему так. Ну, у меня... Я подвалы не люблю. Сейчас стопудово за мной двери закроют. Тут, блин, гора... Что? А, мне тут уже дали тыкают всякую хрень читать. Меня этим не отвлечешь, блин. Ну, дверь открыта, допустим. Да, ладно. Картины. Угу. Тихо, тихо, тихо. Вы чё? Не-не-не-не-не-не-не. Со мной такие фишкальки не прокатят. И что? Что ты мне хочешь сказать? Так, ладненько, блин. А зачем за стул это взяли? Стул брать? Обороняться ним, что ли? Тихо, тихо, тихо. Ты чё пинаешься, блин, падла? Охренеть, блин. Я аж на дыбы стал. Ну давай возьмем стул, будем обороняться ним. Я, в принципе, поддерживаю такую тактику, так как обороняться у нас нечем. У нас... Что? Ух ты, блядь! Да ну нафиг! Не-не-не-не-не. Ты чё гонишь? А, да ладно, блин. На нас покушается какая-то... статуя-убийца, блин. Статуя-маньяк. А чё тогда произошло там возле лестницы? Что произошло? Почему там была, блин, просто размазюканная статуя, блин, ну, ее, ну, по крайней мере, ее части валялись, и тут кровь. Кто пролил варенье, джем или кетчуп? Ну, на кетчуп это не очень похоже, скажем, джем, да, на джем это больше похоже, ну, или на варенье. Чье вареница, а? Не посрать, ты мудила, уйди нафиг, у меня стул есть, я тебя сейчас, блин, понимаешь, я этот стул об твою голову разобью. Это очень... Включите, блядь, свет, вы чё? Тихо, get out, я не знаю таких слов, get out, что это означает? Ты хочешь мне, типа, сказать, вали отсюда, да, проваливай, убирайся, а я не знаю таких слов, я английский не знаю, поэтому я... Что здесь? Что ты мне предлагаешь? А, блин. Уходить? Так в натуре? Просто уйти надо? А ты, блин, ты чё? У меня же стул есть. Что? Уйди тихо. Не приближайся. Не приближайся, блядь, свет включите. Ну ладно, блин. Бери эту хрень. Уходи. Get out. Я поддерживаю эту мысль. Get out. Я сейчас так get out, ну, отсюда, во что, блин, ты меня больше не увидишь никогда. О, блин, зачем нам эти кусочки, блин? Какой-то проклятый особняк. Не знаю, как это еще назвать. Ну, давайте сюда. Или сюда. А я не знаю. Эта дверь открыта или нет? Давайте вспомним. На втором этаже. Давайте сюда, эта дверь ближе. А, так. Ну, погнали. Так. Да ладно тебе, ты меня уже тут встречаешь. Или это другая статуя? Ах ты ж сволочь, дверь закрыла. Ах ты падла. Ну я тоже могу дверь закрыть. Оп. Чуть-чуть я делаю, блин. Или не надо. Ну в Outlast нам помогала эта хрень закрытием двери. Эта тактика. Как здесь она будет работать, я не знаю. Ну что ж, попробуем закрывать двери. Так или иначе, большинство хорроров... Эта тактика срабатывала. В том числе и монструм.
Ну, Monstrum это вообще отдельная история, так как отдельная игра. Так как я уже высказывал свое мнение попа. Ты че, уменьшился, а? Ты меньше стал. Ты думал, я тебя не замечу, пиздюк ты мелкий, да? А я вот он ты, я тебя вижу, ты парла, блин. Так что я за тобой буду теперь тщательно наблюдать. Бет, кровать. Ну да, окей, кровать. И что кровать? Ты устал? Ты хочешь поспать? Поспать в таком месте? Это не самая лучшая идея, я тебе скажу, серьезно. Так что... Ну, блин, пусть, ладно, пусть рассматривают ее дальше. В смысле? А что это нам даст? Ну давайте, ладно, мы его перевернули. И что? Да ладно! Вы чё? Откройте, падлы, блин! Откройте! Нас закрыли. Нас закрыли, всё, пиздец. Что? Ух ты, блядь! Что? Дайте мне посмотреть там, блядь! Охренеть, опять джем. Опять джем. Кто опролил... Ну, хотя это на джем уже не похоже. Ну, это похоже на вишневое варенье, или я не знаю. Оно, ну, темнее. Ну, или уже, ладно, на крайняк кетчуп. Какой-то темный, блин. Блять, тихо. Ты чё? Прекращай. Тени он тут свои показывает. Мне не интересно. Ух ты ж, блин. Нет. Блядь, давай беги, ты идиот. Открой. Открой здесь все. Да что я тут посмотрю. Maybe, может быть, спальня будет и... Может быть, в спальне будет... Будут ответы, которые я айсик. Не помню этого слова особо. Ну, которые я раздобуду, услышу, что ли. А, вот ответ наш. На! Я раздобыл ответ. На картину надо было. Это просто очевидно. Сейфы, всякая остальная прочая нечисть, хрень, блин, она всегда находится за квартирами. Чего ты так тихо стала? Тихо ты, блин, тихо. Ладно. Открой. Открой, дай мне пойти. Ты задолбал, ты хватит уставать. Ты, блин, уставший, ты прокуренный мудак. Что это? Что это? Если сюда поставлю, нет? Нет. Нет, говорят мне. Ладно, там я был. Допустим. Что мне делать, короче, я не знаю. А сюда это, что ли? Ну давайте так поставим, что ли. Ты ж, блядь, тихо, а? Хватит. Оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу. Нет, вы прекращайте, а? Прекращайте с вот этой хренью. Да ладно. Серьезно? Ага. Ага, вот оно чё. Тихо. Блять, что там следы? Влево посмотри, идиот. Влево посмотри. Посмотри влево. Влево. Уйди нафиг. Уйди, пожалуйста. Пожалуйста, уйди, не трогай меня. О, фортепиано грёбаное, ненавижу их. Опять не это, не то. О,
Блин, ты что, ты что, ты что, ты что? Беги. Так. Опять не это. Да я ж тебя... Ну же, давай. Ой, мой хороший, давай. Так, давай это сделаем. Да, блин, ты чё, хватит, прекращай вот это делать. Хватит преследовать меня. Я тебя не вижу, и ты меня тоже. О, он здесь рядом, он рядом. А, давай клацай, не то. Да что ж такое, блин, нет тут книг, нет. Хватит меня трогать. Где еще книги, где? Вижу, не вижу. А где? Вот. Да почему? А где же еще книга? Отстань. Опять он делает вот эту хрень. Отстань, блин. Идиот. Ну все сбивается, блин, ах так. Блять, эти звуки, я серьезно, я не могу. Да ладно, ты че? Прекращай. Нет, не преследуй. Ты дебил, блин, бегай давай. Так, есть. Ну давай последним, пожалуйста. Наконец-то, дай мне эту хрень, дай я... Уйди. Отвали. Ну хватит на него смотреть, задолбал. Давай, дай мне управление. Я сейчас, блин, у меня... Какой-то припадок начнется. Беги, мой, блин, Форест, ты... Ты задолбал, блин. Он бегать не ум... Он не может бегать. Он устал. У него задышка, блин. Оп. Давай, сюда иди. В смысле? Ты сам? В смысле? Куда? Да как так? Что с ним делать надо? Вот что оно. Ну ладно, в общем, понятно. Я нашел еще один кусочек, всякие ля-ля-ля. Тому подобное. И так далее. Ясно все с вами, ясно. Тихо, прекращай. Да ладно, хватит своих... Ух ты, да я еще кувшинчик могу взять. И глобус. Зачем мне это все? Блин, навел я тут беспорядок. И что теперь делать? Как нам попасть туда? Ну, дверь открыта, допустим, да. Допустим, мы... Нет, не хочешь, ну ладно. Ладно, я с тобой согласен, хорошо. А если эту первую? Тоже не хочет, прикинь. Ладно, а если эту? Сработало? Все сработало. Ничего так. А дальше какую? Да ладно, хватит. Я все понял с этими звуками, блин. Они меня не очень радуют. Вот оно что. И все? Да ладно. Ты че? Прикольно. Ну что, погнали. Не будем томить. Погнали исследовать. Так, погоди-ка. И как я тут... Ничего, хватит. Дверь откройте, а? Дверь заперли. Это плохо, это очень плохо. Так, тут забаррикадировали. Да, путь наверх нам. Стоп. Прекращай, пожалуйста. Тихо. Опять книга.
Что еще надо делать? Что? Фрейм. А, ну понятно. Стрёмная какая-то старушка. Нате, старушка! Нате! Не хочет у нее бросать вот так вот. На! Да понял я, что тут делать уже давным-давно. Че, все так просто? Я угадал? Да ладно. Не, ну... Профи? Ух ты ж, блин, ты тихо. Охренеть. Много повешенных статуй. Статуи-суицидники. Хотя я больше склоняюсь к тому, что их кто-то туда повесил. Так как... То, что я увидел... Блядь, эти звуки, я серьезно. Я уже задолбался их перекрикивать, блин, серьезно. Насколько тебя надо уменьшить? Звук. Так как то, что я тут увидел, что статуя убивала статую, или... Ну, прямо так... Дайте мне. Ты чё закрыл дверь? Не пускают нас в комнату. То, что статуи мочили статуи, ну, как я так понял, то тут уже удивляться особо нечем. Нечему. Да. Так как... Вы что, гоните сейчас? Это что за прикол такой? Ладно, окей, я был неправ. Тут, в общем, все статуи шизанутые. И мне лучше свалить нахер из этой комнаты. А вот и нет статуи. Они, сволочи, уменьшаются, папа. Они могут быть уменьшенными. Наш глобус здесь куда-то спиздили. Очень прикольный глобус. Ах, да ладно. Опять подвал. Я не пойду в подвал, не хочу. Не пойду. Нет. Ну, а я возьму и пойду, в принципе. Не-не-не-не-не, я пас, нет, нет, серьезно. Да не хочу. Ладненько, друзья. Давайте на этом я предлагаю приостановиться. Естественно. Вот, и... Как обычно, продолжим в следующем выпуске. Думаю, эта игрушка не такая уже и длинная, судя по ее размеру. Ну, может быть, на там, выпуска на 3 получится, кто его знает. А может быть и на 2, я не знаю. Ну, а что я могу сказать напоследок? Если вам понравилось это видео, ставьте большие пальцы вверх, подписывайтесь на канал и не забывайте оставлять свои комментарии. А с вами был IcyGhost. Увидимся в следующем выпуске, естественно. До следующей встречи. Всем пока.